Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Продолжаю вас знакомить с продукцией Eagle. Сегодня трансмиссия Eagle Scorpion 75/90, PASEI, PAI5, GL4. Для синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, где требуется использование классификации PAI GL4, также для раздаточных коробок. Полусинтетика, цена 4-литровые канистры 2447 рублей, цена литровые канистры 667 рублей на сегодняшний момент. Цены могут меняться, обращайтесь к вашим операторам для уточнения цены на конкретный данный момент покупки. Все ссылки для покупки данных конкретных продуктов, этих именно, и все продукции Eagle будут в описании к этому видео, в том числе и ссылка на наш сайт. Каждому продукту на нашем сайте прикреплены внизу в описании 3 или 4 PDF-файла. 2 PDF-файла – это корейский сертификат, это сертификат от Korean Standard Association, обязательно. И это 2 файла TDS, MSDS. Если каких-то файлов не хватает, то мы их обязательно добавляем, потому что сейчас как раз занимаемся наполнением сайта. Производится этот продукт в Южной Корее, делает его блендер, это завод C&Loop, находится он в Ульсане, я про него обязательно расскажу, я уже обещаю, помню давно это, да, но сейчас очень много просто поездок, я физически не успеваю ничего делать, поэтому, потому что дожидайтесь, скоро будет это видео полноценное. Что касается причин для покупки, во-первых, цена, да, 2440, ну, блин, это вообще на самом деле подарочный ценник для такого продукта, делается он в южнокорейских вазах масел, это из того же самого, что делается там KX, ZIK и так далее. Вот присадки используются от всех крупнейших производителей, которые поставляют присадки для всего мира абсолютно. Это и Автон, и Лабризол, и Аронайт, и Инфениум. Те же самые присадки использует этот завод для производства данных продуктов, пакета присадок. Это очень важный момент сейчас, в данный момент. Думаю, что не стоит объяснять вам причину, потому что корейские продукты, они сейчас соответствуют всем мировым стандартам. Что не скажешь о продукции, которая делается ближе у нас. Так что причин для покупок масса на самом деле, тем более ценник у него вполне адекватный, учитывая, что ZIK сейчас ценники вообще какие-то неадекватные оставляют. По КИКСу нормальные цены, как бы там, но более-менее, и, ну, единственное, что по КИКСу сейчас там многие продукты, они выпадают из ассортимента. Вот, поэтому обратите внимание на данный бренд. Бренд пошел очень хорошо, особенно ПАО продукт, на удивление. Мы ПАО привезли, думали, оно там зависнет у нас. А ПАО ушло в первую очередь. Все продукты 0,20, 5,30 ПАО, они сразу разошлись мгновенно. Что касается поставок по этим продукции, она происходит регулярно. Я сам знаком лично с людьми, которые занимаются импортом этого продукта в Россию. Я у них был, встречался с ними неоднократно, поэтому я всех знаю, откуда ноги растут, кто возит, зачем возит, как возит, почему возит и так далее. Поэтому можно смело продукт этот покупать. Я думаю, что он соответствует всем стандартам, которые предъявляются к мировым крупнейшим производителям. Такие же абсолютно стандарты используются в Корее. Там достаточно, ну, относительно жесткий уровень стандартизации качества. Что касается пополнения ассортимента по Eagle и добавляем ли мы его на Озон, это будет в ближайшее время. На Озон обязательно уедет у нас, ПАО 100% уедет, обязательно по трансмиссии еще посмотрим. На нашем сайте продукция постоянно добавляется, обновляется. У нас сейчас приедут индустриальные масла, приедут редукторные масла, приедут турбинные масла к нам в ближайшее время. Поэтому в скором времени появится ваш ассортимент по Eagle дополнительный к моторке или к моторным продуктам. Надеюсь, это видео стало для вас полезным. Все ссылки еще раз напомню в описании к этому видео. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подпишитесь, поставьте лайки. Подпишитесь на меня на Дзене, потому что сейчас очень важно на Дзене. Тем более, видео выходят чуть раньше, чем на Ютубе всегда. Всем пока!